Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройство TCL-20L, как на нем поменять обои. В первую очередь переходим в настройки. Затем переходим в раздел экран. Нет, точнее, главный экран и обои. Затем обои. Можем выбрать одни из предустановленных статических обоев. Можем выбрать одни из предустановленных живых обоев. Также можем установить любое другое изображение, которое можем сделать при помощи нашей камеры, скачать фотку из интернета и установить его как экран обоев. Здесь можем кадрировать наше изображение. Нажимаем ОК. И затем, если хотим поставить только на главный экран, нажимаем ОК. Если хотим поставить на оба экрана, нажимаем «Применить к обоим экранам». И как видите, обои поменялись. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Ставьте лайки и пока!